домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона победила миланский Интер 2-0. Счет был открыт на 32-й минуте. Луис Суарес исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Рафинья ударом в касании с линии вратарской отправил мяч точно в цель. А на 83-й минуте Ракитич классной передачей низом на левый край чужой штрафной вывел 1-1 Жорди Альбу, а тот точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Интера. В другом матче группы в лондонский Тоттенхэм на выезде сыграл в ничью с ПСВ Эйндховен 2-2. Таким образом, Барселона с 9 очками возглавила группу. У Интера 6 очков, и второе место, у Тоттенхэма и ПСВ по 1 очку. Champions never die, through it we survive, and finally arrive. As the clock ticks, watch our elegance stand strong, this is it.